Ну, а начать вот как бы такую часть, а только на лыжную, я хочу с песни про любовь в восточном стиле. В этой песне поется про то, как Чигит полюбил девочку, но девочка оказалась туристкой. Высоко в седых горах Кавказа есть легенда старая одна. Мне ее один седой инструктор перед своей смертью рассказал. На Баксане жил турист могучий, он на лыжах как орел летал. Ездил он почти без поворотов, даже доллар ездил по прямой. Как-то раз я чисту источник, девочку одну он повстречал. Полюбил ее душой и сердцем, крепко, глубоко и навсегда. Развитие сюжета идет. Он носил за ней повсюду лыжи, повороты начал совершать. А Лерман не показал и годи, и платил повсюду за нее. Но она его не оценила, потому что глупою была. Ее увез один инструктор в ресторан барашки кушать там. Был джик-турист навечно опозорен, хоть его здесь не было вины. И его два дня друзья держали, третий день он вырвался от них. Он тогда сломал свою мицуну. Это марки лыж такие. Фёрки как два свои сломал. То же самое. А потом сломал он даже фишер. Это вы знаете. На продажу, что привёз шихлы. Он ломал мицуны и ланы. Растенёвы и кастингера. Фишера ломал и соломоны. Даже доску партон штуки две. Он, короче, поломался лыжи на своем на пятом этаже. Лишь одну единственную пару в справедливом гневе пожалел. Историческая справка. Лыжи Тиса Фишер производятся в Украинской республике. Это были лыжи Тиса Фишер. Девушки, которую любил. Сделаны они в стране далекой, где свиней все жители едят. Девушка на утро их одела и пошла кататься на чигет. И на склоне северном бугристом там безумный чайник сбил ее. А турист два дня проплакал и две ночи, и 4 месяца он пил. И ни он не мылся, и не брылся, и вообще не делал ничего. И друзья нашли его на рынке, продавал он там свои носки. Смыл себя позор, ты справедливо, так ему сказали мужики. Эпилог. Потому в Средних горах Кавказа есть обычай мудрый у мужчин. Если девушку турист полюбит, сразу ты суфишер дарит ей. Сразу ты суфишер дарит ей. Сразу ты суфишер дарит. Хлопай. На-н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 а. Вот так.